И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня расскажу, почему же такие большие комиссии на бирже Gate.io. Кстати, спасибо бирже Gate.io за поддержку. А перед этим подпишитесь на мой телеграм-канал, в котором я рассказываю, чем занимаюсь, вообще, что думаю о рынке. Например, там я говорил то, что я продал все свои криптовалюты, когда биток стоил 60 тысяч долларов, и пока что я был прав. Также я там говорю о аирдропах, в которых участвую, например, о 100% аирдропе за свапы. В общем, те, кто были подписаны, поучаствовали. Также YouTube могут закрыть, но вы сможете продолжить получать меня интересную информацию в Телеграме, так что, ну, подпишитесь, да, спасибо. Кстати, ну, эти все ссылочки в описании, а если вы еще не пользуетесь биржей Gate.io, то вы можете посмотреть мои видео еще о Gate.io, там их довольно много, а также зарегистрироваться по ссылке в описании, и у вас будет вечная и максимальная скидка 20%, и еще там небольшие бонусы, так что давайте, регистрируйтесь. Напомню то, что биржа Gate.io входит в топ-10 лучших бирж мира. Такс, переходим к сути. От чего зависит комиссия на перевод? От выбранной вами криптовалюты, например, в биткоине комиссия будет довольно существенная. Ну как, там будет она больше, чем, к примеру, на TRX. Неважно, какую сумму вы отправляете, чтобы она подтвердила подтверждение, нужно выставить достойное вознаграждение майнеров. Ну, это в случае с биткоином. Именно им переводятся эти средства за то, что они предоставляют мощности для функционирования всей сети блокчейн. Плюс часть денег все-таки взимается для защиты от спама, чтобы сеть не перезагружали мелкими транзакциями. Как именно рассчитывается комиссия в сети блокчейн биткоина, ну сказать сложно, но практически уже известно, что ее размер влияет на два основных фактора. Это частота одинаковых транзакций и объем данных с транзакций. Что-то довольно сложно. Ну, скажу довольно более простым языком. Короче, чем больше нагружена сети, тем больше стоит транзакция, ну, примерно, вот и все. И также, когда у нас на бирже средства, за них нужно заплатить комиссию, ну, чтобы вывести. Если вы хотите вывести криптовалюту, то вам придется заплатить комиссию, это мы поняли. Помимо этого, не нужно забывать, что помимо майнеров есть биржи, которым нужно тоже на что-то есть. Поэтому, чтобы биржа могла работать, она должна приносить доход. Ну, ясное дело. И самый явный способ монетизации – это небольшой процент с каждой операции, в том числе с вывода. Чтобы вывести, заходим в профиль кошелек и нажимаем на «Вывод средств». Я, как вы знаете, пользуюсь биржей Gate.io, и там комиссия ежедневно меняется. Она, во-первых, фиксированная, в общем, чем больше вы выводите, тем выгоднее, а во-вторых, она может быть как высокой, так и очень низкой. Помимо этого, на бирже очень много бонусных и реферальных систем, позволяющих заработать или снизить комиссии. Например, комиссия сегодня на эфириум 0,002. Кстати, довольно мало. А на биткоин там, ну вообще, даже не буду произносить, что-то вообще очень мало. Из USDT бесплатная комиссия на вывод Tron. Кстати, я давно этого не видел, надо проверить еще раз. Что не может не радовать. Есть три варианта для вывода на Gate.io. Это по адресу, по Gatecode, это внутренний сервис биржи Gate.io, через который вы можете осуществлять внутренние переводы, и через push транзакции, кстати, я тоже делал об этом видео, можете посмотреть. Ну, в общем, грубо говоря, если вы хотите именно вывести биткоин, то да, вам придется заплатить комиссию чуть больше в биткоинах. А, например, если вам без разницы, в чем выводить, то вы можете выбрать ту монету, на которой комиссия минимальна, например, та же USDT, или я выводу обычно с TRX, кстати. Ну вот примерно так. Также у Gate.io есть способ не платить комиссию за трейдинг, когда вы торгуете. Это можно сделать с помощью Points. Ролик об этом на канале уже есть. На этом все. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях. Если досмотрел до этого момента, то переходи в мой телеграм-канал. Там много всего интересного. Ставь лайк, советуй друзьям. Пока и удачи. И будь аккуратен.